Офигеть, я Майкл Джексон. Ученые, можно мне, пожалуйста, перевести человечка для опытов? Вот, привели. Вы Майкл Джексон. Да-да-да-да, я так сказать, его вторая реинкарнация. Мне вот просто очень не терпится, понимаешь, вот, прям аж зудит. Не снимите наручники. А как снять-то? Ну поздно, я уже не смог сопротивляться, извиняюсь, как-то танцуем вместе с наручниками. А вы как думали, да? Да, я вот долго терпел, блин, весь день. Уже ничего поделать с собой не могу. Так, а теперь за мной, мои друзья. Можете больше не танцевать, мы еще натанцуемся. Мы идем дальше. Мы идем распространять это искусство другим людям. Я за. Идемте, идемте. Распространяем прекрасное в мир. Тогда, в принципе, можно протащить. Добрый день, люди, у меня для вас есть хорошее предложение. Как насчет того, чтобы немножко потанцевать? Ну, а вы что думали? Давайте, 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 ножками получше, давайте, вперед, вперед, вперед. Уголек, ты что-то совсем херово танцуешь, это точно танец? Это, между прочим, танец мой. Какой ужас, вы все не умеете танцевать, это отвратительно. А ну тогда да, блин, сам покажи, я чё устоял, какой хер? Да-да-да, танцуем, танцуем вместе. Мне не успели прислать человека для обучения, теперь я буду обучать вообще всех танцам. А почему у нас флаг Казахстана тут висит? Я куда-то не туда попал? Это казахстанская граница. А, понимаю. Ну, у черного свои танцы, как я вижу, такие. Наверное, с Нигерии привез. Ну, я всем рад. Что? Тихо. Добрый день, охрана. Вы не хотите потанцевать вместе с нами? Нет. Так, я думаю, что они очень хотят потанцевать. Конечно, и потанцуют. Я вижу это в их глазах. На, спасибо. Танцуем, танцуем. А можно пройти, пожалуйста? Да. Нет, нет, сначала танцы, потом все остальные вопросы. Может, не стоит его туда толкать? Плохая идея была. Нет, нет, нет! Меня наебали! Он выжил. Да, красава! Как вы могли, сволочи! Я вам доверял, я хотел вас научить. Бро, я к тебе, привет. Все, кто хотят танцевать ко мне, идите ко мне. А, нет! Законнеймили, блядь. Да, мы тут чилим, мы в яме чилим, дотанцевались, блядь. А на сервере URF по промокоду AMSERG вы сможете получить офигенный бонус в виде кейса с крутыми подарками. 12500 бачей. Да нахуй мне этот YouTube теперь нужен? А да, ссылка на проект будет в описании. Я хочу покушаться, я хочу покушаться. Я хочу пиццу, пиццу. Не, окей, почему? Я понимаю. Почему закрыто? Бунт с лопатами. А давай, Володя, это... Жрать готовь, давай. Хочу есть. Что тут, Володя? Готовь. Давай, я пиццу хочу, давай, готовь. Жирный сейчас вообще перестанет терпеть. О, давай, давай, я хочу есть, я хочу есть. Хочу это, хочу, хочу. Что это такое? Это мясо? Фу, оно сырое. Боже, жирный. Все, нам теперь намного больше хватит. О, пистолет, автомат. Я тоже хочу, дайте мне, дайте мне. Пойдем, 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 бунт. Бунт, блядь, голодный, голодный бунт. Да какой нахуй бунт, блядь. Убегаем, убегаем, за нами бегут. Все, 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 ебаш. Ебаш моговцам. Бля, патронов нету, конечно, блядь, поебаш. Давайте съебем. Жирный может его просто съесть, нахуй. Охраняем казахскую границу. Научный сотрудник, вы у нас теперь только в плену. Это бунт голодный, вы нас не кормили. Я не понял. Чего? Нихуя мне уебало. Ебаш его! Что происходит, господи? Ебаш, ебаш, мразь! Бей его! А, блядь! Подстрелили! Добейте, ребят, добейте. Добейте выживших, хил, хил, блядь! Помоги! Да что? Блять, мы проиграли. Тихо, тут рядом кто-то. Это внизу. Давайте съебаем, съебаем, съебаем. Смотрю, там выше, выше, смотрю. Блюдки ходят. Где они там? Нет, нас спалили. Блять, ну давайте, спускаемся. Все, все, проходим. Вперед, вперед, пошли, 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 пошли. Здравствуй, ты па... Блять! Ну и дерьмо, пушка ваша. Парни, я бы вас отпустил, если бы вы меня просто не трогали. Да что ж ты сразу не сказал, но мы извиняемся. Можете идти. Вперед, 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 пошел, пошел. Вперед, 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 пошел, пошел, пошел. Куда, нам сюда? Блядь, сзади предательски зашел, мудила. Весь план переебал. Было близко, было близко. Прощай, прощай, Алик. Прощай. Прощай.
В лучший мир, блять. Какого хуя? Это что за херсонская хуйня, блять? Это охранник Я так и понял. Ну с ним не совладать. Я бы глянул бы просто, что там происходит в чужом НЛ. Я бы открыл этот ас. Бежим, 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 бежим. Здравствуйте, а мы уборщики. Да, мы уборщики. Нам даже оружие подарили. Да, робот умный оказался, он понимает, что мы свои. Блять, да почему, откуда тут бомбы нахуй? Мы тут немного переборщили с уборкой. Заберите от нас, пожалуйста, эти гранаты, нам подарили их, мы вздыхаем. Блять. Ай. А я шо, а я не шо, а я пойду назад. Хорошо, я вас понял, блять. Не сработала отмазка. Блять, куда я выбрался нахуй? Мистер Рыба, помогите мне, пожалуйста, выбраться отсюда. Выбраться, черт. Ну слушай, я эту дверь не могу открыть. Ну я ее выбью, а вы мне дальше поможете, мистер Рыба. А, ну пошли. Все, мистер Рыба, вперед. Все, погнали. Показывайте путь, мистер Рыба. Блять, оно само открыто. Я вывожу мистера Рыбу. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не можете стрелять по мистеру Рыбу. И по безоружным тоже. Я мистер Рыб. Он мистер Рыба. Хороший робот. Хороший робот. Блять, там дальше уже не робот идет, не наебать. Мистер Рыба, можете помочь? Блять, это дед, ёб твою мать! Ебать, хуйня какая страшная. Деда не видел никогда. Да, деда, отвали. Хуёво вышло, мистер Рыба. Только включи фонарик, я нихера не вижу. Понимаю. У рыб, наверное, фонариков нету. Ты... Собственно, я не хочу, как бы, я не могу же утаивать в этой комнате такую херню. Откуда у вас башка такая? Ну я, короче, этот, меня родила мать, рыба. Вот, я что-то жил-жил, а потом у меня что-то ноги и руки выросли. Ого. Вот. Звучит дерьмово вместо плавников-то. Да, что-то, и мне сказали мать, что она мне в детдом сдаст, она мне сдала в детдом. Ну да, под водой ты особо уже не посидишь с руками-то. Да, меня вырастили и забрали сюда. Хорошая история. Да, блять! Всего-то спасал рыбу. Беги, мистер Рыба. Беги. Забудь обо мне. Вперед, 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 мои братья. На выход, вот, на свободу. Прости, сейчас подниму. Извини, я... Хорош! Накрый сейчас! Давай, пока эта хуйня на нас не напала. Пошли. Мы близко. Бежим, бежим, бежим. Да, мы добрались. Давай, 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 ура! Давай, запускай вперед. О, спасибо. Кто нажал? Там снизу кто-то. Положил его, положил, все. Молодец. Ну нам немного осталось. Давайте, тыкай, перетыкай его. Стреляем, стреляем. Стреляем. Мы почти на свободе. Там секунда осталась, пацаны. Да, да. Ура, свобода, попугаям. Все, это мой теперь новый дом будет, вот эта заброшка. А что тут написано, отряд хаоса, откройте. Нихуя себе, какие-то холодильники, блядь, реагенты. О, доктор Рыба, мистер Рыба. Да, здравствуйте, здравствуйте. Я все же выбрался. О, привет. О май гад. Здравствуйте, что тут у вас? Я просто все нахуй купил у человека. Мы можем стать хаосом. Нифига, мы можем за хаоситов зайти. Все, все-таки я за все готов, хоть за педиков играть. Да, да, мы за хаос, хаос сила, слава хаосу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчик, и комменты обязательно.